Представители администрации и бизнеса «Химок» провели встречу с активистами общества людей с ограниченными возможностями по зрению. Мы всегда готовы вам оказывать помощь. Помощь, прежде всего, в ваших жизненных ситуациях, в месте проживания, если кому какая нужна помощь. Вот. Если нужно какое-то участие в решении вопросов по здоровью, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, можете обращаться напрямую, можете обращаться через руководителей вашего общества. Всем, кто числится в обществе слепых, подготовили подарки, продуктовые наборы, а также вручили грамоты. Тем, кто не смог сегодня присутствовать, презенты отвезут домой. Общество слепых всегда с большой благодарностью принимает любую помощь от администрации и от неравнодушных горожан. Здесь присутствует человек 30, да? Остальные люди лежачие. Средний возраст у нас в обществе за 70 лет, а то и 75. Все люди очень старые. Все много не выходят вообще из квартиры. Вот, и, конечно, для каждого человека вот это приятно, когда ему какой-то небольшой подарочек нам принесут и что-нибудь помнят. Бывают такие случаи, что звонишь человеку, говорим, мы вам принесем подарочек, они плачут, неужели о нас помнят. Нам сделали здесь полностью ремонт, это все делала администрация. Вот я что-то волнуюсь очень. Делает администрация. Вот телевизор нам подарили, вот это вся мебель, все это нам делала администрация.